Всем привет, с вами, как всегда, Виталий. Я нахожусь в отеле Титаник Роял. Обалденная сегодня погода. Ветер утих, стал в разы меньше, потому что пару дней дул такой серьезный ветерок. Хотя сейчас уже конец мая, тепло. Вот, и ветер не холодный совсем, уже настроение шикарное. Утречко. Вот, вот там, вот море, вон оно, море. И сегодня у нас морская экскурсия. Морская экскурсия дайвинг плюс парадайз. Это значит просто горы удовольствия. Это будет и дайвинг, и остров, и таблетка, и катание на банане, и обед на яхте. Это все вместе. Вот. Заказывал я эту поездку на сайте Cool Trips Египет. Внизу я оставлю описание. Не описание, а ссылочку на этот сайт. Огромное количество поездок, огромное количество разных экскурсий по всему Египту, и индивидуальные поездки, все, чего только душа пожелает. Поэтому заходим, выбираем, что вам нравится, и получаем огромное удовольствие. Что по поездке, по ценам, в принципе, цены вы там увидите, но если вы за ним будете нырять, то 35, если вы не будете нырять, то 25. Вот, если вы будете нырять, но с трубочкой, то 25, а если будете нырять с аквалангом, то 35 долларов. Вот, так что цены очень низкие, в разы дешевле эти цены, чем у гидов. Вот, а у меня 8.15 трансфер, сейчас уже без 15.08. Мы идем, завтракаем, берем водичку, хотя водичка будет на яхте. Итак, мы на месте, вышли из трансфера, и тогда только к вам подходит человек, называет номер вашей комнаты и говорит сумму к оплате. И вы оплачиваете здесь на месте, можете фунтами, можете евроми, можете долларами, любые деньги принимают, которые у вас есть. Ребятки, вот мы и на яхте. Здесь уже загружены вот баллоны. Вот небольшой обзорчик. Пробежимся по яхте. Сейчас пойдем. Сходим вперед, посмотрим. Здесь у нас капитан, кресло какое, капитана шикарно. Здесь даже можно вместе с капитаном посидеть. Так, спереди тоже шикарные фоточки можно делать. Ступеньки, все супер. Вот. Такая вот у нас яхта, два этажа, на первом этаже все сидят внутри, ну, сейчас схожу на первый этаж. Вот мой сегодня инструктор, сегодня меня научат нырять научат с аквалангом, потому что вы знаете, что я с трубочкой ныряю хорошо, а вот с аквалангом я еще не нырял, поэтому сегодня будет первый опыт. Вот, и я думаю, он будет вот такой вот обалденный.
Да. Да, вот там вот внизу мотор, посмотрите. Внутри все красиво. Просторно. Внутри все просторно. Кип сакес. Давай горе. Ачо. Так фотки, конечно, можно сделать просто шикарные. Почему я, например, выбрал эту именно поездку? Потому что я с семьей, и я хочу понырять с аквалангом. Если я возьму отдельную экскурсию, чисто ныряние с аквалангом, то моей семье будет скучновато. Потому что не будет острова, мы поедем на яхте, и там будет ныряние. Но если вы хотите чисто понырять, вот только заняться нырянием, хорошо наныряться, наплаваться, то, конечно, выбирайте на сайте Cool Trips Egypt чисто только дайвинг. Здесь же моей семье будет интересно. Здесь можно и просто понырять с трубкой без акваланга. И мы съездим на остров Paradise, под зонтиками полежим на белоснежном песочке. Вот, я поныряю. Вот, поэтому, я думаю, будет насыщенная, такая объемная экскурсия, поездка вот на яхте по Красному морю. Еще на берегу происходит примерка костюмов, примерка ласт. Вот, так что все подберут по размерчику, по размеру ноги, по размеру самого размера, вес и все остальное. Your legs move with me. Don't move your legs like bicycle. The water. Under the water I will be with you like this. All the time I will ask you, are you okay? Yes, I'm okay. Are you okay? Yes, I'm okay. Вот для небольшой информации, люди брали путевки на Paradise Diving на берегу у там какого-то человека, который именно вот, ну, предлагает путевки, и у вас получилось примерно на $50 человека, да? Ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус, там небольшая разница. Вот, поэтому то, что я вам оставлю в описании, заходим, пользуемся этой ссылкой, этим сайтом, у вас всегда будут отличные цены, всегда будет отличное настроение. Вот. Не забываем про это. Привет! Всем привет! Всем привет! Зовут его... Меня Мухаммед, меня зовут. Вот, Мухаммед. Да, как и это, все. Да, как и все египтяне, Мухаммед. Видите, отлично говорит по-русски. Будет нам куда наступать, куда не наступать, везде покажет, все объяснит. Все объяснит. Супер. Да, супер. Так, часть может вот поплыла именно с этими, с масками, именно с трубками, снорклинг. Вот, уже гид уже повел уже кораллом. Вот, будут смотреть красоту. Поэтому эта поездка не обязательно для тех, кто будет именно нырять дайвинг, а то же самое и поплавают просто чистый снорклинг. Посмотрят красоту моря красного, рыбки, кораллы. Покажут, наверное, я думаю, мурену. Будет вот так вот. Окей. Перфект. Окей. Ну, вот вода и багалусты. Вот вода.
Первый раз, и ничего еще страшного. Ну, понравилось? Вообще, обалдеть. Ну, видите, какие. Какие чувства, когда первый раз. Первый раз вы увидели, что значит там находиться под водой. 50 лет я все-таки решила спуститься под воду. Ну вот. Супер. Отличные отзывы. Получается две остановки. Первая для плавания две остановки. Первая остановка — это снорклинг и дайвинг. Вторая остановка — только дайвинг. Итак, тарелочки, салфетки, вилочки, рис, паста, паста, рис, паста, картошка. Ага. О, видите, какая красота, помидор, лучок, перчик. Сейчас подойдем к мясному столу. Рыбка, кофта. Как все похоже. Еще кран. Салатики. Что мы имеем? Салатики. Салатики, как всегда, помидор, огурчик, майонез. Ну вот. Такой вот стандартный обед. Один в один, как у всех. Острове Парадайз вы будете вот под такими вот прикольными шалашками, вот, покрыты таким вот тростничком, очень так интересно, хороший песочек, укрыты от солнышка, можно полежать конкретненько так 2 часика и отдохнуть от ныряния, от плавания, от обеда. Вот так вот здесь все выглядит. Сейчас сделаю небольшой такой обзорчик видео. Вот, и вы посмотрите, насколько здесь все классно.
Так, вот такой вот бар. Привет, привет, брату, ассорти, мой друг. Здорово, здорово. Отлично. Хорошо, тепло, хороший песок, красота. Вот. Сейчас мы посмотрим, какие у нас здесь цены. Останавливайте на паузу. И вы все увидите. Так, сейчас минутку назад. Что мы здесь имеем? Здесь кола 47 фунтов. Бир 79. Бир. У нас есть Стелла за 64 и Хайнекен 79. Здесь, в принципе, цены немножечко ниже, чем на другом береге. US dollar. Yeah. Сейчас, минуточку. Очень сложно одной рукой управлять. Коктейли. Угу. Посмотрите, какой здесь выбор. Май Тай, Чичи, Гавай Твист, Пина Колада. Какой-то безалкогольный коктейль. Фреш коктейль. Фреш. Да. Алкогольные, вот молочные коктейли есть. Алоха. Даже можно что-то и перекусить, видите? Нет, ресторан не работает. Ресторан не работает. Ресторан это там наверху был. Раньше работал, но сейчас не работает. Вот. Но может времена поменяются и что-то будет по-другому. Пока остров, мы еще к тебе приедем. У нас еще осталось покатушки. Покатушки на этом самом, на банане и на таблетке. Мороженое, чипсы. Сколько стоит пачка чипсов? 50 фунтов. 50 фунтов. Дальше. Фанта, Red Bull. Тоже. Red Bull 100 фунтов. Как вам Парадайз? Ничего, нормально, красиво. Еще хочется. Ну и вот еще последняя остановочка. Будет катать. Видите, вот на таком вот банане и на таблетке. Обалденно, ребятки. Это круто. Супер. Отлично. Рекомендую всем, кто даже первый раз. Это
Отлично. Первый раз вас всему научат. Я честно, первый раз, поэтому меня переполняют эмоции. Я опускался на самое дно, вы видели. У меня не было проблем, отличный инструктор. Он всегда был рядом, он всегда замечал все моменты мои, проблемки и все остальное. Так что, ребятки, обязательно берем эту экскурсию и кайфуем. Итак, отличный гид. Спасибо вам. Отличная организация. Суперски, все понравилось. Ребятки, видите лицо? Все кричите. Ура, мы с ним катались. Это отличный гид. Спасибо. Этот вам человек, который... с которым мы ныряли, все объяснил. Хотя тяжело спасибо, разговаривать по-русски, спасибо, но он очень большое старался. Спасибо, я большое все понял. Супер. Спасибо большое, брат. Пока. Окей, пока.